Арсенид галлия – химическое соединение галлия и мышьяка. Важный полупроводник. Третий по масштабам использования в продуктах после кремния и германии. Используется для создания сверхвысокочастотных интегральных схем, светодиодов, лазерных диодов, диодов газа, туннельных диодов, фотоприемников и детекторов лазерных излучений. Некоторые электронные свойства превосходят свойства кремния. Арсенид галлия обладает более высокой подвижностью электронов, которые позволяют прибору работать на частотах до 250 МГц. Полупроводниковые приборы на основе арсенида галлия генерируют меньше шумов, чем кремниевые приборы той же частоте. Из-за более высокой напряженности электрического поля пробоя в арсениде галлия по сравнению с кремнием, приборы из арсенида галлия могут работать при большей мощности. Эти свойства делают арсенид галлия широко используемым в полупроводниковых лазерах, в некоторых радиационных системах. Полупроводниковые приборы на основе арсенида галлия имеют более высокую радиационную стойкость, чем кремниевые, что обуславливает их использование в условиях радиационного излучения, например, солнечных батарей, работающих в космосе. Арсенид галлия прямо зонный полупроводник, и также имеет его преимущество. Он может быть использован в приборах, в электронике, светодиоды, полупроводниковых лазерах. Сложные слоистые структуры арсенида галлия в комбинации с арсенидом алюминия и гетероидными растворами, гетероструктурами, можно выразить с помощью молекулярно-лучевой эпитоксии или мозг-гидридной эпитоксии. Из-за практически идеального согласования постоянных решеток слои имеют малое механическое напряжение и могут выращиваться в произвольной структуре. По физическим характеристикам арсенид галлия более хрупкий и менее теплопроводный материал, чем кремний. Подвод из арсенида галлия гораздо сложнее для изготовления примерно в 5 раз дороже, чем кремниевый, с ограниченным применением этого материала.